Мне сказали, что я могу говорить здесь на этой встрече так долго, как только я пожелаю. Мне было также сказано не переходить вот за эту линию кафедры. Если я только перейду за эту линию, то там дальше есть что-то наподобие минного поля, и я просто... Давайте преклоним колени для молитвы. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту чудесную субботу, которая уже подходит к концу. Благодарим Тебя за эту вкусную пищу, которая приготавливала здесь для нас в течение всех этих встреч. Благодарим Тебя за ту тяжелую работу, которую выполнили все эти люди. За каждого, кто тяжело работал, чтобы сделать возможным эти встречи. Мы просим, излей Твои благословения на каждого, кто должен будет в какой-то момент времени возвращаться сегодня в свой дом. Я молю о том, чтобы Ты сохранил всех этих людей. Мы благодарны Тебе за Твою великую любовь, и мы знаем, что куда бы мы ни пошли, рядом с нами будешь Ты, невидимый Бог. Ты, который настолько сильно возлюбил нас вечной любовью. Мы благодарим Тебя, Отец, этим вечером за эту любовь, которую мы не заслуживаем. Мы благодарим за Иисуса, который отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли иметь сегодня жизнь, и чтобы мы могли иметь мир и силу. Мы славим Тебя за все, что Ты сделал для нас. И мы приглашаем Тебя руководить нами этим вечером и представить нам эту весть. Мы молим о присутствии Твоего Святого Духа, чтобы Он был здесь с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Когда в 1985 году я стал адвентистским пастором и учителем, это было осуществление моей давней мечты. Я хотел стать пастором церкви адвентистов седьмого дня и посвятить остаток своей жизни этой работе. Но мой отец сказал мне тогда: «Если ты пожелаешь получить образование в Pacific Union College, знай, я не дам тебе ни одного цента на твою учебу». И знаете, он исполнил свое слово. Стать пастором, учителем и работать в деноминации адвентистов седьмого дня – это стало всем для меня. Это было моей мечтой. Я не поклонялся моей работе, я поклонялся Богу. В 1992 году я работал в моей последней школе, которая принадлежала конференции. Я работал там на должности учителя, потому как пастор, который был в этой церкви, он тогда ушел для того, чтобы выполнять служение в другой общине. И в этой церкви тогда проповедовали пресвитеры. Я был одним из пресвитеров, потому как я тогда также был учителем в адвентистской школе. И поэтому я был приглашен для того, чтобы проповедовать в этой церкви и для того, чтобы проводить субботнюю школу. И в этот момент начались все проблемы. Потому как в этой общине были люди, которые были очень богатыми людьми. Я не говорю, что если человек богатый, то он будет обязательно так поступать, как поступали эти люди. Членами этой общины были сразу два мультимиллионера, и они оказались причастными к дальнейшим событиям.
Один из этих богатых людей любил меня, хорошо ко мне относился. И когда в 1992 году меня уволили, он открыл тогда для меня школу и в течение целого года финансировал эту школу. Но другой миллионер меня просто ненавидел. И когда мне доводилось проповедовать, можно было гарантировать, что в следующий понедельник или во вторник он обязательно пойдет в офис конференции и будет говорить там: «Если вы не закроете рот Биллу Хьюзу, то я прекращу финансировать вашу конференцию». И знаете, как говорится, деньги умеют убеждать. Деньги умеют убеждать. И в конечном итоге меня пригласили в офис конференции Северной Калифорнии. Это произошло в апреле 1992 года. На тот момент я работал уже в течение 7,5 лет на должности пастора и учителя в церкви адвентистов седьмого дня. В тот день, когда я был уже готов отправиться в офис конференции, я тогда сказал моей жене. Я сказал ей: «Дорогая, я думаю, что тебе необходимо сегодня поехать вместе со мной». И она спросила: «Почему ты так думаешь?» И я ей ответил: «Я не знаю почему, я просто думаю, что будет лучше, если ты поедешь сегодня вместе со мной». И вот в течение 2 часов мы ехали с ней в нашей машине, направляясь в Pleasant Hill, Калифорния. И когда мы приехали туда, то директор отдела, ответственный за образование в этой конференции, и 2 его помощника, они любили меня, им нравилось то, как я работал. И эти руководители сказали мне тогда: «Билл, мы полностью укомплектовали одну школу на следующий год, и мы планируем, чтобы ты был там ведущим учителем в этой школе. Там будет еще 2 учителя. Тебе будет предоставлена квартира при школе, и мы рады тому, что мы можем пригласить тебя на эту работу. Но ты сможешь получить эту работу только на одном условии». Я ответил им: «Хорошо, но какое же это условие?» И директор отдела образования посмотрел мне тогда прямо в глаза и сказал: «Билл, ты должен мне пообещать кое-что прямо сейчас здесь, в этой комнате». Я ответил: «Что вы хотите, чтобы я вам пообещал, пастор Хатчинс?» И он сказал: «Ты должен мне сейчас пообещать, что ты больше не будешь публично учить и проповедовать трехангельскую весть». Я посмотрел на него и сказал: «Пастор Хатчинс, что в таком случае вы желаете, чтобы я проповедовал?» И он ответил: «Я хочу, чтобы ты проповедовал о любви Божией». Но я сказал тогда: «Но ведь трехангельская весть как раз и говорит о любви Божией». И он сказал: «Билл, я не собираюсь сейчас с тобой спорить или дискутировать по этому вопросу. Тебе необходимо сейчас принять решение». Знаете, я по характеру достаточно спокойный человек. У меня на тот момент была жена и 2 детей, и я так воспитан. Я верю, что это является моей обязанностью как отца семейства, и это является честью для меня обеспечивать мою семью. Моя жена родом из Каира, Египет. И у нее характер немного погорячее, чем у меня. Когда она разговаривает намного быстрее, чем я это делаю. Если бы она этим вечером была здесь, она бы подтвердила то, что я говорю. Она из тех людей, которые над ответом долго не раздумывают. Она тогда посмотрела на этого человека и быстро сказала: «Пастор Хатчинс, мы не будем работать у вас в следующем году». И знаете, пастор Хатчинс тогда подошел ко мне, и он похлопал меня по плечу и сказал: «Билл, подумайте об этом на выходных». Я ответил: «Хорошо, прекрасно, я согласен. Давайте вернемся к этому вопросу после выходных». И затем я и моя жена проследовали по направлению к нашей машине. И когда мы сели в машину, а моя жена повернулась, посмотрела на меня и сказала: «Билл, я так рада, что ты предложил мне поехать сегодня с тобой». Я спросил ее: «Чему ты рада, Хода?» И она ответила: «Если бы меня там не было сегодня, и ты приехал бы домой и рассказал мне о том, что там произошло, я бы тебе не поверила». Знаете, я до сих пор помню имена тех людей, которые меня тогда уволили. Если бы я встретил их сегодня, они вошли бы сейчас сюда, в это помещение, я бы подошел к ним и горячо обнял бы их.
Согласен ли я с той позицией, которую они тогда заняли? Нет, я с этим не согласен. В следующий понедельник я позвонил в офис конференции и сказал моему непосредственному начальнику, пастору Вайту. Я сказал ему тогда: «Флойд, я не буду работать у вас ни в следующем году, ни когда бы то ни было в будущем». И он отреагировал, говоря: «Ну, Билл, как ты собираешься теперь обеспечивать свою семью?» Я ему ответил: «Флойд, Бог, который однажды кормил Илью, он не изменился, он жив и сегодня». Это все произошло 18 лет тому назад. И с тех пор я, моя жена и мои дети, мы ни разу не пропустили прием пищи. Бог был добр к нам все это время. Я не нуждаюсь ни в каком учреждении. Мне не нужны те люди, которые ищут, как бы взять под свой контроль мое право верить так, как я считаю правильным. Я просто делаю дело Божье, а Бог заботится обо мне. Бог покрывает и обеспечивает все мои нужды. Бог заботится обо мне. Знаете, когда я проповедую на эту тему, которая называется «Адвентизм в отступлении», мне до сих пор только 2 раза удалось говорить по этой теме. Когда я впервые говорил на эту тему в университете Лома Линда, то после этой темы я едва не оказался в черном списке с запретом проповедовать там когда бы то ни было. Потому как спустя 4 дня после моего там выступления у них было собрание в университете. И было принято решение, как мне думается, они решили, что я могу проповедовать там еще раз в августе. Потому что я собирался там говорить в церкви, вне зависимости от конференции церкви. Знаете, многим людям не нравится эта тема. Человек, который меня пригласил туда, в Лома Линда, чтобы я там проповедовал, он впоследствии сказал мне: «Знаешь что, Билл, я занимаюсь тем, что приглашаю проповедовать сюда в Лома Линда пасторов. Я говорил там что-то около получаса». Он сказал: «Я приглашаю проповедников проповедовать там уже в течение 7 или 8 лет». Он сказал: «Я ни разу не получал столько откликов, как после твоей проповеди». Он сказал: «Люди продолжают подходить к нему. Люди уже в течение 3 недель продолжают подходить ко мне после того, как ты у нас проповедовал. Они продолжают говорить мне то, что они чувствуют после твоей проповеди. И большинство говорит, что им не понравилось то, о чем ты там говорил». По ходу этой встречи одна женщина подняла руку и сказала: «Сэр, мы верим, что есть искренние люди и в других вероисповеданиях». Я взглянул на нее и сказал: «Мэм, думаю, что вы не поняли то, что я пытался донести до вас в течение последних 20 минут. Я, как и вы, верю, что есть искренние люди в других деноминациях. Но когда адвентистский лидер в адвентистской печати говорит о том, что папа Иоанн Павел II проповедовал Евангелие, я сказал ей: я совершенно не согласен с такими вот высказываниями». На следующий день я говорил по этой же теме в независимой церкви, и после окончания собрания, когда наступило время для вопросов и ответов, вопросы продолжали поступать в течение 2 часов. И то, что тогда сказал один человек, меня просто поразило. Он сказал: «Основываясь на том, что вы говорили на последней встрече по теме «Адвентизм в отступлении», скажите, на что нам теперь надеяться после услышанного? Где найти надежду?» В этой проповеди сегодня вечером мы рассмотрим с вами высказывания некоторых адвентистских руководителей, высказывания, которые были сделаны ими в течение последних 60 лет. Эти высказывания полностью противоречат нашему пониманию о том, кто на самом деле является антихристом. Я представлю вам сегодня высказывания президентов Генеральной конференции, я покажу вам сегодня высказывания редакторов журнала «Адвентист Ревью», я покажу вам цитаты из выступлений преподавателя из университета Эндрюса, и потому, когда этот человек прослушал эту тему, и вот что он написал: «Если мы не можем больше надеяться на наших руководителей, то на кого нам тогда надеяться?» Я ответил на этот вопрос словами: «У меня есть для вас хорошая идея.
Почему бы нам не начать надеяться на Христа? Знаете, меня не очень-то радует эта тема. Меня не очень-то радует показывать людям то, как некоторые лидеры церкви отрекаются от той вести, которая была однажды доверена церкви адвентистов седьмого дня. Это просто разбивает мое сердце. Это очень сильно опечаливает меня. Я молюсь об этом. Каждое утро я склоняю колени и прошу Бога сохранить меня от самого большого моего врага. Этим врагом не является Вавилон Великий. Этим врагом для меня являюсь я сам. Это я сам, друзья. Итак, сегодня вечером, когда мы с вами будем рассматривать эту тему под названием «Адвентизм в отступлении», пусть эта тема поможет нам сказать: «Господь, там, где все падают, помоги мне не упасть в этом месте», в то время, когда многие ошибочно полагают, что они мудры в своей собственной мудрости. Помоги мне, Боже, осознать, насколько я слаб, и помоги мне никогда не надеяться на мою собственную силу, потому что сегодня мы с вами увидим плоды всего этого. Плоды того, что люди надеются на самих себя. И самым отвратительным плодом этой самонадеянности является отречение от Бога и от Его истины. Книга Откровения, 14 глава, стихи 6 по 10. «Верим ли мы до сих пор этой вести? И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и пред Агнцем». В нашем мире, если вы будете проповедовать эту весть, то вас будут называть человеком, который разжигает межрелигиозную ненависть. Вы осознаете это? Если мы будем верно проповедовать эту весть, нас будут считать людьми, которые сеют ненависть в этом мире. Потому что те, кто проповедует эту весть, таким образом проводят как бы линию, разделяющую линию, и они как бы говорят: вот это истина, а вот это не является истиной. Если мы будем проповедовать эту весть, то это будет считаться политически некорректным. Нам необходимо принять решение. Или же мы будем проповедовать истину Божью, или же мы выберем быть политически корректными людьми. И пока вы решаете и делаете свой выбор, я просто хочу вам сообщить, что если вы собираетесь быть политически правильными и корректными, то вы никогда не войдете в Царство Божье. Царство Божье не откроет свои двери перед теми, которые избрали в своей жизни быть политически корректными людьми. Я хочу сказать, что пророк Илия никогда не был политически корректным человеком. Иоанн Креститель тоже никогда не был политкорректным человеком. Эллен Уайт также не была политкорректной. И люди, которые, подобно пророку Илие, дают заключительную весть этому миру, эти люди также не будут считаться политкорректными. Если вы по-прежнему верите этой трехангельской вести, то в таком случае вы будете значительно отличаться и будете расходиться во взглядах с огромной группой уважаемых в церкви людей. Это такие люди, как Лерой Фрум, Нил Вильсон, бывший президент Генеральной конференции, Берт Беверли Бич, Рауль Дедерин, профессор университета Эндрюса. В этой же группе есть и один известный телеевангелист Джордж Вандеман, помощник редактора журнала Adventist Review Рой Адамс, еще один помощник редактора Adventist Review Майрон Видмер, редактор Adventist Review Вильям Джонсон,
И еще один профессор из одного адвентистского университета. Недавно вышедшая статья, которую прислал мне Тревор. Где Тревор сидит? А, вот он здесь. Тревор послал мне эту статью и попросил показать эту статью сегодня на нашей встрече. И вот что он прислал мне в своем письме. И здесь тот комментарий, который Тревор мне прислал. Эта статья вышла в этом году, в январе, в журнале «Адвентизм сегодня». И в этой статье адвентистский пастор, которого зовут Лорен Сиболт, он на постоянной основе исполняет обязанности служителя конференции. И фактически он является также пастором адвентистской церкви в Варрингтон, которая находится на другой стороне города Колумбус, штат Огайо. Эта церковь является самой большой церковью во всем штате Огайо. Так вот, Лорен Сиболт написал статью, в которой он попытался объяснить причины, почему мы не можем больше учить о том, что папство является антихристом. Многие люди были встревожены содержанием этой статьи, но меня особенно впечатлил ответ одного человека на эту статью. После того, как этот человек прочитал эту статью Лорена Сиболда, он сказал: «О, да это просто либеральный адвентистский журнал». Он говорит: «Этот журнал не представляет на своих страницах то, во что верит наша церковь». Я подумал: «Знаете, я думаю, что кто-то просто уже заснул беспробудным сном». В этой статье изложено именно то, во что сегодня верит церковь адвентистов седьмого дня. Именно об этом пишет пастор Лорен Сиболт в своей статье. Это именно то, что вся наша деноминация проталкивает уже последние 60 лет. Это происходит в течение уже трех поколений, друзья. Три поколения. Я удивляюсь, почему все так происходит. Я получаю письма от людей со всего мира. Люди пишут мне и говорят, например, так: «Я являюсь адвентистом седьмого дня, и я был удивлен, когда прочитал в вашей книге о том, что папство является антихристом». Я удивляюсь, почему люди этого не знают. Но знаете что, друзья? Если кто-то из здесь присутствующих в возрасте до 60 лет, очень даже возможно, что они ни разу и не слышали об этом в церкви адвентистов седьмого дня. Они ни разу об этом могли не слышать. Разве мы не видели эту тенденцию в последние 50 или 60 лет? Разве мы уже настолько уснули, чтобы не осознавать, куда мы с вами идем? Давайте просто взглянем на то, что пишет этот пастор Лорен Сиболт. Я не буду сейчас читать все это. Я просто представлю вам несколько пунктов из того, что Лорен Сиболт здесь пишет. Он написал это 4 января 2010 года. Он пишет: «Уже более века, еще до публикации книги «Великая борьба», мы, адвентисты, считали руководство Римско-католической церкви, символом которого является первый зверь из книги Откровения 13 главы, нашим самым главным врагом. Врагом, который принимает участие в апокалиптическом сценарии против Божьего остатка». До сих пор я согласен с этим, то, что он пишет, я согласен. Но теперь послушайте то, что он дальше здесь говорит. Вот 7 причин, по которым, возможно, пришло для нас время пересмотреть их, то есть католическую церковь, в этой роли. То есть мы, адвентисты, должны переосмыслить роль папства как антихриста в конце истории нашей планеты. И теперь он представляет 7 причин, почему мы должны это сделать. Он говорит: «Более 100 лет прошло с тех пор, как наш пророк утвердил применение этих пророчеств». Итак, с тех пор, как Эллен Уайт подтвердила эти пророчества, прошло уже более 100 лет. И вот что он говорит: это было приемлемо более 100 лет тому назад. Но это было тогда, 100 лет тому назад. Сейчас он говорит, мы уже живем в совершенно другое время. То есть он пытается нам сказать, что истолкования пророчеств в Библии со временем изменяются. И то, что писал Иоанн в книге Откровения 2000 лет тому назад, будет ли это истиной в наше время? И то, что Эллен Уайт писала в книге «Великая борьба» чуть более 100 лет тому назад, сегодня это является истиной, верно?
Эллен Уайт задолго до этого ожидала возвращения Иисуса, пишет он. И мы не можем понять, почему это не произошло. На самом деле, причина того, что Иисус не пришел, та, потому что мы с вами не готовы. И мы не выполнили ту работу, которую должны были выполнить. Вот в чем состоит причина. Возможно ли, что некоторые детали апокалиптического сценария, продолжает он, изложенного в 1890-х годах, могли измениться к 2010 году? То же самое произошло и с Израилем. Не все пророчества Ветхого Завета о Боге исполнились. Мы называем эти пророчества условными пророчествами. Пророчество о первом и втором звере из книги Откровения, эти пророчества не являются условными пророчествами. Пророчество о власти Малого Рога из книги Даниила 7 главы, это пророчество тоже не является условным пророчеством. Пророчество о человеке греха из 2 послания к Фессалоникийцам со 2 главы, это пророчество тоже не является условным пророчеством. Он, продолжая, пишет: «Принципы могут быть более глубокими, чем участники этого пророчества. То, что мы выступаем против тех, кто будет издавать законы, которые должны быть оставлены на усмотрение отдельного человека, я ценю, я горжусь усилиями адвентистов седьмого дня по защите свободы религии. Но если случится так, что кто-то кроме римско-католической церкви начнет действовать как зверь из книги Откровения 13 главы, мы будем более готовы отреагировать на это, если мы будем ожидать нарушения принципа, чем если мы будем просто жить в ожидании, как нам обидеть одну эту группу людей». Эллен Уайт разоблачала католицизм, живя в совершенно другом мире. Историки показали, что американские антикатолические настроения 19 века выросли на почве непринятия иммигрантов. В эпоху, когда у нас был и мог бы быть опять любящий свободу католический президент, когда католические иммигранты стали нашей молодой, новой рабочей силой, почему мы не можем проповедовать Евангелие, не определяя римский католицизм как исключительный инструмент сатаны? Итак, что при таком подходе происходит с трехангельской вестью? Что с ней происходит? Она разрушается, она уничтожается. Вот что происходит. Дальше он пишет: «Сосредоточившись на римском католицизме, мы можем упустить более опасных антихристианских противников. В прошлом веке коммунизмом, военным фашизмом и исламистским экстремизмом было убито, преследовано и лишено религиозной свободы гораздо больше христиан, чем римскими католиками. Скажите, а кто стоял за такими явлениями, как фашизм, коммунизм и ислам? Кто стоял за всеми этими группами?» То, что Лорен Сибл говорит в этой статье, адвентистские лидеры говорят об этом уже на протяжении последних 50 или 60 лет. Мы с вами прямо сейчас разберем это. Андрессен написал однажды книгу, которая называется «Письма к церквам. Ответ на вопросы по доктринам». Эта книга вышла в свет в конце 1950-х годов, примерно в 1957 году. М.Л. Андрессен являлся адвентистским пастором и преподавателем богословия. Он написал маленький такой буклет, который называется «Письма к церкви», для того, чтобы предостеречь адвентистов седьмого дня против их ужасного отступничества, которое проявилось в книге «Вопросы по доктринам». «До сего дня мы не знаем, — пишет он, — и не должны знать, кто проводил конференции с протестантскими лидерами. Мы не знаем и не должны знать, кто написал книгу «Вопросы по доктрине». Тщательное расследование не принесло результатов. Мы не знаем и не должны знать, какие именно были внесены изменения, в какие книги, касающиеся начертания зверя и природы Христа. Нам неизвестно, кто санкционировал убрать разбор 13 главы Откровения из наших урочников субботней школы за второй квартал 1958 года, в которых разбирался вопрос о начертании зверя из 13 главы Откровения.
Доктор Барнхаус сообщает, что для того, чтобы избежать обвинений против них со стороны протестантов, адвентистами были разработаны договоренности, которые касались таких журналов, как «Голос пророчества» и «Знамение времени». Итак, друзья, до 1958 года Церковь адвентистов седьмого дня разбирала в урочниках субботней школы книгу «Откровения». Изучение происходило глава за главой, но когда они подошли к исследованию 13 главы книги «Откровения», в урочниках этой темы не оказалось. Там были уроки по 12 главе «Откровения», и затем сразу же шли уроки по 14 главе «Откровения», 15 главе и так далее. Но кто убрал разбор 13 главы «Откровения»? Почему эта глава была убрана? Нил Вильсон, один из предыдущих президентов Генеральной конференции. В 1975 году под присягой при разборе в суде дела Мэри Кей Сильвер, Сан-Франциско, Калифорния, Мэри Кей работала в Тихоокеанском издательстве, которое находится в Маунт-Вью в Калифорнии. Мэри Кей считала, что, являясь женщиной, она достойна той же зарплаты за ту же работу, которую выполняли мужчины. И когда она получила отказ выплатить ей эту сумму, она подала заявление в суд на Церковь адвентистов седьмого дня. И вот, будучи под присягой при разборе этого дела, Мэри Кей в 1974 и 75 годах, Нил Вильсон, президент Генеральной конференции, сказал следующее. В то время, когда он это сказал, он был тогда вице-президентом Генеральной конференции. Он сказал тогда: «Это правда, что был период Церкви адвентистов седьмого дня, когда деноминация отчетливо придерживалась антиримско-католической точки зрения. Такое отношение было ничем иным, как проявлением широко распространенных тогда антипапских настроений среди консервативных протестантов в начале и во второй части этого века, и которые были уже отправлены на мусорную свалку истории. И Церковь адвентистов седьмого дня до сих пор этим обеспокоена». Конец цитаты. Итак, Нил Вильсон, вице-президент Генеральной конференции, сказал тогда, что наша позиция о том, что папство является антихристом, мы однажды верили этому, потому что в то время каждый в это верил в Америке в 19 веке, но сегодня в этом просвещенном 20 веке все эти верования мы, адвентисты, уже отправили на мусорную свалку истории. И знаете, что получил Нил Вильсон за это свое вероотступничество и предательство того, во что верили адвентисты седьмого дня? Он впоследствии стал президентом Генеральной конференции. Вот что он получил. С ним произошло то, что однажды произошло с Джорджем Бушем, старшим. Это становится достаточно ясным из тех документов, которые показывают, что Джордж Буш, старший, был одним из основных фигур в деле убийства Джона Фицджеральда Кеннеди. И потому как он участвовал в этом и верно исполнил это злое дело, Джорджу Бушу, старшему, было позволено стать президентом. И это произошло в 1988 году. Вот как это все работает, друзья. Если вы хорошо выполняете порученную вам работу, вы получаете должность повыше. Это то, как все это работает у этих людей. Берт Бич. Думаю, что все знают о том, что Берт Бич в 1977 году отправился в Рим как представитель этой многоконфессиональной семьи церквей из всего мира. Он подарил от Церкви адвентистов седьмого дня золотую медаль Папе Римскому, и, делая это, он, разумеется, встал на колени перед папой и поцеловал его перстень. Друзья, это поразительно. Дома у меня в библиотеке есть книга, которая называется «Мост через пропасть». Эта книга была написана Бертом Бичем в 1960 году, потому что Берт Бич был представителем от Церкви адвентистов седьмого дня на Втором Ватиканском соборе, который проходил с 1962 года по 1965 год. Берт Бич был там, на этом соборе, и он был настолько поражен от того, что делает Рим, что он написал впоследствии свою книгу, в которой он рассказал о том, как римский католицизм пытается соединить все церкви мира в одно целое.
На этом фото вы видите Берт Бич с Иоанном Павлом II. Следующее. В Лима, Перу, в январе 1982 года богослов, который был там представителем от церкви адвентистов седьмого дня, подписал документ, который стал известен как BEM-документ. Иногда этот текст называют Лима-текст, о котором вы, наверное, уже слышали. В этом документе оговаривались вопросы о крещении, о Евхаристии и о служении. Этот документ является центральным элементом Всемирного Совета Церквей и открывает их решимость в том, чтобы всю нашу планету привести к единой мировой религии. И к согласию, по каким вопросам они пришли в этом документе. По вопросу крещения они согласились с тем, что можно крестить младенцев. Они там согласились с тем, что при крещении не обязательно человека погружать в воду. Можно окроплять. И церковь адвентистов седьмого дня подписала этот документ. Согласны ли вы с такой позицией? Согласно тому, что говорит Библия в 6 главе послания к римлянам, есть только один способ, как правильно совершать крещение. Крещение погружением в воду. Настоящие адвентисты седьмого дня не могли принять такие предложения. В прошлые века многие люди умирали, потому как они верили в то, что только взрослые люди могут быть крещены полным погружением в воду. После того, как началась протестантская реформация, баптистская церковь, по мере того, как они продолжали исследовать Библию, люди начали осознавать, что крещение должно происходить только путем полного погружения в воду. И только те могли принимать крещение, которые понимали, что означает этот обряд. В то время быть баптистом было нормально. Но сейчас мы живем совершенно другое время, когда есть уже это отступление. Следующее. Евхаристия. В этом пункте говорится, что вино и хлеб на Евхаристии превращаются в буквальное тело и кровь Иисуса. То, что лежит на столе во время Римо-католической мессы. Могли ли адвентисты седьмого дня участвовать в подписании этого документа, тем самым говоря, что они соглашаются с Евхаристией? Имели ли право адвентисты седьмого дня подписывать этот документ? Ну а адвентисты седьмого дня, в кавычках, подписали этот документ. Под словом «служение» подразумевалось, что все церкви могут проповедовать, но нельзя, согласно этого документа, нельзя обращать в свою веру людей из других церквей. О церкви адвентистов седьмого дня этот документ подписал Рауль Дедерин. Рауль Дедерин был иезуитским священником. Я однажды посетил 3 года тому назад университет Эндрюса. Я должен был там проповедовать. Меня пригласили проповедовать в независимой церкви, которая находится неподалеку. И люди, которые меня туда пригласили, были знакомы с женщиной, которая преподавала в университете Эндрюса. И она собиралась уезжать на выходных, и поэтому ее дом оставался пустым на выходные. И пригласившие меня спросили, могу ли я остановиться в ее доме. В тот момент, когда я вошел в этот момент, эта женщина, она является профессором университета Эндрюса, она тогда вышла из своего дома. И она спросила меня, вы, мне кажется, написали какие-то книги. Я ответил, да, мэм, я написал книгу «Секретный террорист» и «Враг разоблачен». Эти книги повествуют об ордене иезуитов, о том, как они участвуют в делах нашей церкви, пытаясь уничтожить одновременно все церкви. Она сказала, знаете, у нас в университете есть замечательный, просто замечательный профессор. Он участвует во всех мероприятиях, которые проходят в нашем университете. Я спросил, как его зовут? И она ответила, его зовут Рауль Дедерин. Он был тем самым человеком, который и подписал BEM-документ. Знаете, некоторые люди обвиняют меня, говоря, что я вижу иезуитов буквально за каждым кустом. Иисус оставил для нас один принцип, который записан в Евангелии от Матфея, 7 главе. Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». Апельсиновое дерево обычно приносит апельсины.
Если иезуит становится адвентистским пастором, то он будет уничтожать адвентистское учение. Все очень просто. Это настолько просто, друзья. Встреча в Лима, Перу, в 1982 году. Этот документ был подписан лютеранами, англиканской церковью, реформаторской церковью, методистами, католиками, пятидесятниками, баптистами, адвентистами, практически каждой церковью, которая есть в нашем мире. Символом для этого BEM документа, который был тогда подписан в 1982 году, и после этого уже вышла книга, эмблемой для этого документа были избраны три волнистые линии. Знаете ли вы, как выглядел наш логотип Церкви Адвентиста Седьмого дня до того, как вышел этот документ? Это были три ангела, которые летели посредине неба. И знаете, во что превратилась наша эмблема уже после подписания этого BEM документа? Нашим логотипом стали три волнистые линии. Эти три волнистые линии символически представляют тот факт, что деноминация Адвентистов Седьмого дня стала частью Всемирного Совета Церквей, который пытается создать одну всемирную религию. Рой Адамс, заместитель редактора Adventist Review 2 мая 1991 года. Рой Адамс со страницы Adventist Review сказал тогда следующее. И мы могли бы продолжить, насколько позволяет место в этой статье, и упомянуть Всемирный Совет Церквей, акцентировать внимание на Духе Святом и на Евхаристии. И все такие упоминания вписываются в рамки Трехангельской Вести. Итак, Рауль Дедерин подписал этот документ в 1982 году, и по прошествии 9 лет заместитель редактора Adventist Review пишет прямо в этом обозрении, которое принадлежит Церкви Адвентистов Седьмого дня, он пишет о том, что Евхаристия уже является частью Трехангельской Вести. А что мы можем сказать о Джордже Вандемане? Что мы можем сказать о нем? Он однажды написал книгу, и вы можете найти ее в интернете, на сайте Amazon или на сайте ibib.com. Эта книга называется «Взлет и падение Антихриста». Я нашел эту книгу в одном адвентистском книжном магазине, и я подумал, «О, это прекрасно! Я так рад, хотя бы Джордж Вандеман стоит и говорит истину». Я взглянул в оглавление этой книги, и там была одна глава, которая называется «Взлет и падение Антихриста». Я сказал себе, ну уж в этой главе, наверное, он открыто и ясно объясняет, кто является этим Антихристом, о котором говорится в Писании. Но когда я открыл эту главу, то вот что я нашел. Прежде чем я это вам прочитаю, некоторые люди меня обвинили в том, что я поставил здесь троеточие, потому как люди говорят, смотрите, Билл Хьюз не дает полную цитату, потому что он не учитывает весь контекст того, что он там читает. Друзья, вы можете найти эту главу и прочитать ее полностью. Пожалуйста, запишите себе название этой книги, вы можете найти и прочитать эту главу. Там есть много всего того, что он сказал. Я же хочу представить вам только основные моменты. Джордж Вандеман пишет, это были времена темного средневековья для церкви. Как христиане могли проявлять такую нетерпимость к своим братьям и сестрам во Христе? Иисус предсказывал, что те, которые будут убивать его последователей, будут искренне верить, что они этим служат Богу. Не нам задавать вопросы о том, кем были наши предшественники в средневековье. Мы не должны упускать из виду то хорошее, что было сделано церковью. Скажите, о какой церкви он здесь так хорошо отзывается? О каких христианах он здесь говорит? Он здесь говорит о римских католиках. По всему миру монастыри обеспечивали уход за сиротами, вдовами и больными. И за все это мы должны быть признательны средневековой церкви. За то, что они сохранили Писание. Конец цитаты.
Когда Уильям Тиндейл стоял перед судом и был близок к тому, что его сожгут на костре, ему сказали, что он может быть освобожден, если скажет суду, кто скупил все его Библии. Уильям Тиндейл ответил и сказал: один католический епископ, если я не ошибаюсь, он сказал, что это был епископ Даремский, он тогда скупил так много моих Библий, и, конечно же, он сжег их, сказал Тиндейл. Но за полученные от него деньги я смог выпустить новое и лучшее издание Библии. Истина состоит в том, друзья, что римско-католическая церковь сжигала Библии. Они сделали все возможное, чтобы люди не могли читать Библию на их родном языке, потому как католическая церковь контролировала Англию в дни Тиндейла. Уильям Тиндейл вынужден был перебраться на континент, в Европу. Вначале он приехал в Бельгию, затем в Вормс, и там он смог уже печатать Библии на английском языке. И как он перевез эти Библии опять в Англию? Он не мог тогда привезти их обычным, открытым способом, потому как католики контролировали все каналы, по которым завозили товары в Англию. И что тогда придумал сделать Уильям Тиндейл? Он знал одного торговца в Англии, который любил Священное Писание. Он положил Библии в большие мешки с зерном, и таким образом Библия попала в Англию. И купцы, которые любили Писание, они открывали эти мешки с зерном и вытаскивали оттуда Новые Заветы. Католическая церковь искала, как уничтожить Библию. И скажите, когда эта католическая церковь вдруг стала христианской церковью? Вы можете проверить, друзья. Джордж Вандеман говорит это в своей книге. Далее. Марвин Максвелл в своей замечательной книге, которая называется «Божья забота». Эта книга была написана на основании книг Даниила и Откровения. Марвин Максвелл написал две прекрасные книги. Но печально то, друзья, что когда он в своих книгах говорит о католической церкви, он говорит, что они были христианами во времена темного средневековья. И когда я сел для того, чтобы прочесть книги, написанные Марвином Максвеллом, я сказал сам себе: минуточку, а почему он ничего не упоминает о вальденцах? Почему он ничего не говорит о гугенотах? Почему он умалчивает о гусе, об ирониме? Почему он ничего не говорит о Виклифе? Именно все эти люди были настоящими христианами во времена темного средневековья, но не римско-католическая церковь. Майрон Видмер в 1993 году, сентябрь, 9 число, 23 и 30. Майрон Видмер был в Денвере, штат Колорадо, в тот момент, когда папа Иоанн Павел II посетил этот город. И после приезда папы Майрон Видмер вернулся и написал эту статью, которую вы можете легко найти. Вы можете зайти на сайт Reviewing Herald, найти архивы и написать название этой статьи. Эта статья вышла 9, 23 и 30 сентября 1993 года. Я взял только короткую цитату из того, что он говорит в этой статье. «Я был приятно удивлен, — пишет он, — и рад был узнать, что Библия является единственным учебником во время визита Папы на Всемирный день молодежи. Какая прекрасная возможность для многих молодых людей услышать весть Евангелия прямо из Слова Божьего. Когда я посетил Лома Линда, друзья, я остановил чтение прямо на этом месте и посмотрел на людей, которые сидели тогда в зале на этой встрече, и я задал им вопрос. Скажите, какую часть известий Евангелия папа Иоанн Павел II проповедовал тогда молодым людям в Денвере, и которую Майрон Видмер так высоко оценил? Может быть, он проповедовал из первой ангельской вести, которая говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Побуждала ли его весть поклониться тому, кто сотворил небо и землю, и источники вод? Была ли эта весть «Пал, пал Вавилон, город великий»? Или, может быть, это была весть, предостерегающая тех, кто поклоняется зверю и образу его? Друзья, это просто безумие. Это безумие, друзья. И вам известно, какие изменения произошли в жизни Майрона Видмера, когда он написал эту статью? Его повысили в должности.
Сейчас он уже является профессором в одном из самых красивых мест, где расположен один из самых прекрасных в мире университетов, принадлежащих церкви адвентистов седьмого дня, в Pacific Union College. Этот колледж расположен в долине Напа. Это великолепное, это прекрасное место. Очень красивое место. Я там учился. И он сейчас является там профессором в Pacific Union College. И так он тогда сказал членам церкви адвентистов седьмого дня по всему миру о том, что папа Иоанн Павел II в Денвере проповедовал Евангелие. Майрон Видмер тогда сказал, что может нам еще лучше дать понять то, что Бог работает через этого папу. То есть Бог работает через Иоанна Павла II, это тот самый Иоанн Павел II, когда он был еще король Войтыла, он продавал ядовитый газ через компанию ID Farbena. И он продавал этот газ немцам, которые использовали этот газ в концлагерях, таких как Освенцим, Берген-Бельзен. Этим газом были уничтожены миллионы евреев. И вот теперь тот же самый король Войтыла проповедует Евангелие, и Бог использовал его в Денвере. Друзья, это безумие. И тот факт, что после того, как это было напечатано, и лидеры, и рядовые члены церкви адвентистов седьмого дня не отправили 1000 писем, и они не поставили плакаты вокруг генеральной конференции, на этих плакатах должен был быть изложен их протест. На этих плакатах они должны были написать «Уберите от нас этого отступника». Но они этого не сделали. То что это, если не безумие? Это то, что происходит, друзья. И это то, чем все это является. Безумие. Рой Адамс мог сказать, что Евхаристия является частью Трехангельской вести. После таких высказываний он должен был немедленно быть отправлен куда подальше. Уильям Джонсон, редактор журнала Adventist Review, в 1994-1995 годах в журнале, который вышел тогда со вставкой, которая называлась «Победа святых в конце времени». Друзья, опять-таки, я не цитирую все эти слова, которые он там написал, только лишь потому, что у меня не хватит места и времени. Вы можете найти и проверить все это сами. Эта брошюрка называется «Победа святых в конце времени». Это было напечатано в 1994 и 1995 годах. Это было напечатано Уильямом Джонсоном. В этой брошюрке находились его комментарии, начиная с 12 главы книги Откровения и до 22 главы книги Откровения. И когда он подошел к разбору 13 главы Откровения, он сказал следующее. Истолковывать морское чудовище. Вы знаете, кто это морское чудовище? Речь идет здесь о первом звере с 13 главы Откровения. Этот зверь выходит из моря. Он богохульствует. Он объявляет себя Богом. Он заявляет, что может прощать грехи. Он преследует народ Божий. Он правит в течение 1260 лет. Он совершает атаки на Божье небесное святилище, устанавливая ложную систему служения священников. И все это сделал Рим. Верно? А теперь послушайте то, что говорит Уильям Джонсон по этому поводу. Истолковывать морское чудовище из Откровения 13 главы как папство, такое истолкование не соответствует духу нашего времени. В прошлые века, когда христианство в целом сталкивалось с натисками секуляризма и когда среди христиан стал популярным икуменизм, толкование этого морского чудовища как папства попахивает узостью мышления и фанатизмом. Конец цитаты. После того, как я это прочитал, я взял труды духа пророчества. В разных местах более 90 раз Эллен Уайт дает свои комментарии на этого зверя, выходящего из моря. Все эти 90 раз... В каждом месте она пишет, что зверь, выходящий из моря, это папство. Итак, согласно тому, что написал Уильям Джонсон в адвентистском обозрении, Эллен Уайт, которая была вдохновлена и находилась под руководством третьей личности Божества, и не только Эллен Уайт, но также и сам Святой Дух, по словам Джонсона, проявляет узость мышления и фанатизм. И опять-таки, друзья, после этого заявления Уильяма Джонсона,
Его не выставили за дверь, его не уволили с занимаемой им должности. И ему не сказали: иди, чтобы мы тебя больше здесь не видели, потому как ты отступник, и ты отрекся от того, во что мы верим. Этого не произошло. Но как раз произошло все в точности наоборот. Насколько я помню, он был повышен в должности и стал вице-президентом Генеральной конференции. Этот факт говорит о том, что адвентизм находится в состоянии абсолютного безумия и умопомешательства. И факт состоит в том, что мы не вопием об этом, и мы как народ позволяем, чтобы все это происходило. Что вы сказали, Бейден? Те, кто уснули, Бейден, насколько я помню из 25 главы Евангелия от Матфея, когда прозвучал полночный крик, вот жених идет, те, кто тогда уснули, не имея масла в своих светильниках, эти люди впоследствии не вошли на брачный пир. Они не вошли, Бейден. Да, я знаю, вы просто хотели поймать меня на слове. Бейден знает, что ему это просто так не сойдет с рук, поскольку у нас с ним одинаковые фамилии. Я люблю вас, Бейден. Самуил Бакиоки. Проблемы последнего времени. Номер 86. Он здесь пишет: «Во свете этого символического толкования 3,5 лет, времени господства и преследования со стороны Антихриста, в то время, когда Божий народ будет защищен, этот отличительный знак Малого Рога применяется одинаково хорошо как к папству, так и к исламу». Итак, Самуил Бакиоки говорит о том, что власть Малого Рога из книги Даниила 7 главы, это может быть как папство, так и ислам. Обе эти власти пытались уничтожить святых Всевышнего, продолжает он, но во время преследования многие верующие были укреплены и защищены Богом. Предыдущий анализ отличительных признаков пророческого антихриста, представленный в 7 главе Даниила в образе Малого Рога и в Откровении в 13 главе символом зверя, показывают, что как папство, так и ислам удовлетворяет это толкование о власти, описанной в этом пророчестве. Конец цитаты. Друзья, вот такие, с позволения сказать, толкования на самом деле свидетельствуют о том отступлении, которое происходит сейчас в адвентизме. И такие толкования должны быть отправлены на мусорную свалку истории. Вот это настоящий мусор. Это мусор, друзья. И люди еще говорят мне: вы что, считаете, что Самуил Бакиоки был иезуитом? По плодам их узнаете их. Друзья, задумайтесь на минутку, просто задумайтесь. Проснитесь на минутку. Если вы слышите, что кто-то из руководства церкви адвентистов седьмого дня говорит: мы можем продолжать грешить, пока не придет Христос. Скажите, разве такая точка зрения есть в Библии? Разве труды духа пророчества поддерживают такую точку зрения? Откуда же это все приходит? Это все приходит прямо от сатаны. И это все приходит от его агентов, которые находятся в этом мире. Вот откуда это все приходит. Если мы видим пастора церкви адвентистов седьмого дня, который встает и говорит: 1844 год – это все глупости, то откуда в таком случае приходят такие вот идеи? Разве это пришло из Библии или это пришло из трудов духа пророчества? Нет. Папство направило все свои темные силы не только для того, чтобы разрушить Америку, но еще и для того, чтобы разрушить одну церковь, которая была призвана завершить реформацию. И это церковь адвентистов седьмого дня. Итак, если мы допускаем такую мысль, что римский католицизм не ищет, как можно проникнуть в нашу среду для того, чтобы разрушить то, во что мы с вами верим как народ, то, допуская такие мысли, мы просто выглядим как наивные и уснувшие люди.
Еще один человек, которого зовут Ранко Стефанович, он является профессором университета Эндрюса. Он написал книгу, которая называется «Откровение Иисуса Христа». Одна женщина из Калифорнии дала мне эту книгу. Эта книга вот такой толщины, примерно 6,5 сантиметра толщины. Ранко Стефанович разбирает в этой книге все, начиная с первой главы, первого стиха и до конца, до 22 главы книги Откровения. Женщина, которая дала мне эту книгу, сказала: «Не могли бы вы прочесть это и сказать, что вы об этом думаете?» Я ей ответил: «Я просмотрю кое-что из этой книги». Знаете, как можно определить книгу, которая была написана адвентистами седьмого дня? Хорошая эта книга или плохая? Все, что вам необходимо сделать, так это открыть то, что говорится о 13 главе книги Откровения. И поэтому я открыл его комментарии и начал читать, что пишет этот человек о том звере, который выходит из моря. Этот человек довольно ясно выражает свои мысли. Он является профессором в университете Эндрюса. Он образованный, он умный человек. Но почему-то, когда он доходит до описания, кто является этим зверем, который выходит из моря, он забывает, как нужно писать. Он этого не пишет. Он не может это написать. Я размышлял по этому поводу, почему этот красноречивый человек не может просто написать, что зверь, который выходит из моря, это папство. И когда я открыл предисловие к этой книге, я обратил внимание на то, что эту книгу одобрили два человека. Один из них является деканом университета Эндрюса, а второй является священником в соборе Нотр-Дам. Пару слов о бывшем президенте Генеральной конференции Яни Полсоне. Справа налево. Первый тут представлен папа Бенедикт XVI. Далее за ним идет Вальтер Каспер. Он является президентом Папского совета по провозглашению христианского единства. Что означает название? Вальтер Каспер делает все возможное, чтобы собрать все церкви вместе и создать одну всемирную религию. Доктор Ганс Кунг. Достаточно плодотворно работающий римско-католический ученый. Он служил экспертом и теологическим советником по теологии во время прохождения Второго Ватиканского собора. И заключает этот список доктор Ян Полсон, президент Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого дня. Как вы думаете, почему я поставил всех этих людей рядом на одном экране? Все эти четыре человека посещали один и тот же университет. Один из них посещал университет, учась там по докторской программе. Остальные трое работали там в качестве преподавателей. Человек, который получил там, в этом университете Тюбинген, докторскую степень, это президент Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого дня Ян Полсон. И люди, которые были там и работали во время его обучения профессорами и преподавателями, у него это были Ганс Кунг, Вальтер Каспер и Джозеф Ратцингер. Что Ян Полсон, президент Генеральной конференции, учил в университете Тюбинген? Учил ли он там о том, как можно более эффективно распространять трехангельскую весть? Это трагедия. И это печально, друзья. Потому как если мы, все мы не будем подчинять ежедневно нашу жизнь Иисусу Христу, мы сделаем то, что однажды сделал Петр для того, чтобы сохранить свою жизнь. Петр отрекся от своего Господа. Эти люди отреклись и от своего Господа, и от его вести. Они отреклись от того, во что мы верим. Почему? Потому как они заняты только собой. Иисус Христос не является Господом их жизни. И когда мы сегодня вечером смотрим на все эти слайды, и некоторые из присутствующих здесь посмеиваются, друзья, это печально, это очень печально. Эта информация разбивает сердце, что мы, как народ, ушли настолько далеко от Бога. Чем же все это закончится? Некоторые пасторы будут уверять нас в том, что Церковь Адвентистов Седьмого дня ожидает прекрасное будущее.
Бог очистит церковь, говорят они, и мы все войдем через жемчужные врата. Но это не то, что говорит Эллен Уайт. Все это отступление преследует одну цель. Эллен Уайт описывает это в Review and Herald за 18 марта 1884 года. Она здесь пишет: «В эти последние дни у Господа возникает противостояние с Его народом. В этом противостоянии люди, занимающие ответственные должности, пойдут курсом прямо противоположным тому, которым следовал Неемия. Они не только сами будут игнорировать и презирать субботу, но и будут стараться скрыть ее требования от других, хороня ее под мусором обычаев и традиций». Конец цитаты. Эллен Уайт говорит здесь о лидерах церкви адвентистов седьмого дня. Она, продолжая, пишет: «В церквах, имеется в виду в церквах адвентистов седьмого дня, и на больших собраниях под открытым небом, мы называем это лагерными собраниями», Эллен Уайт здесь говорит, «служители, исходя из контекста, речь идет об адвентистских служителях», она говорит, что адвентистские служители будут призывать адвентистов седьмого дня соблюдать первый день недели. Будут происходить бедствия на море и на суше, и эти бедствия будут усиливаться. Одна беда будет следовать за другой, и небольшая группа добросовестно соблюдающих субботу будет указана как та, которая навлекает на мир гнев Божий своим пренебрежением к воскресному дню. Конец цитаты. Итак, друзья, мы с вами стоим на пороге принятия очень важных решений. И мы принимаем с вами это решение каждый день. Мы делаем это каждый день. Если мы ежедневно не будем чувствовать свою зависимость от Иисуса Христа, то когда мы услышим, что адвентистские пасторы убеждают нас соблюдать первый день недели и получить при этом начертание зверя, погибнуть и быть навечно разлученными со Христом, то мы будем находиться в опасности принять то, что они нам будут говорить. Когда апостол Петр хотел пойти по воде, в книге «Желания веков» Эллен Уайт пишет: «Иисус желал научить своих учеников тому, что они должны прекратить надеяться на самих себя и почувствовать свою зависимость от Него, в своей полной беспомощности выполнять волю Божью, постоянно опираясь, подчиняясь силе Христа». И, друзья, вы и я сегодня и каждый день мы с вами проходим такие маленькие испытания. Маленькие испытания, на основании которых видно, будем ли мы в будущем подчинять наш путь, нашу волю, власти и авторитету Христа и идти по Его путям в нашей жизни. Если бы Петр тогда усвоил этот маленький урок, он бы не упал в тот момент, когда пришло сильное испытание. Мы должны задать себе вопрос. Мы видели сегодня, какое отступление происходит в нашей среде, как народа. И мы говорим: «О, да ну это еще далеко». Да, но это уже все происходит. И многие из этих людей посещают ту же церковь, что и мы, говоря о себе, что они являются адвентистами седьмого дня. Мы должны спросить самих себя, подчиняю ли я ежедневно Христу свою жизнь? Надеюсь ли я на Него в этих маленьких испытаниях, через которые я прохожу уже сейчас? Или же я следую по своему собственному пути? Отрекаюсь ли я от своей веры, делая те дела, которые не должно делать? Мы должны задать себе все эти вопросы, потому как если мы не воспримем серьезно то, что сейчас происходит в нашей среде, как народа, то в таком случае мы будем находиться в опасности повторить это. Давайте преклонимся для молитвы. Дорогой Отец Небесный, пожалуйста, прости этих людей, которые сделали эти ужасные заявления, направленные против Твоей истины. Заявления, которые являются абсолютной ложью. Пожалуйста, прости тех людей, которые являются лидерами в Твоей церкви, которые совершают настолько ужасное отречение от Твоей истины. Отец, те из них, которые еще живы, такие как Майрон Видмер, Рой Адамс, Вильям Джонсон, Ян Полсон,
Отец, встряхни этих людей, потряси их до самого основания, чтобы они подчинили свою жизнь Тебе, чтобы они поставили Тебя на первое место в своей жизни, чтобы они могли провозглашать Твою истину. Отец, прости нас за то, что мы не противостоим против этого отступления, которое происходит прямо перед нашими глазами. А мы видим все это и молчим, не произнося при этом ни слова. Прости нас за нашу праздность и за нашу слепоту, и за нашу трусость. Прости нас, Отец, прости нас. Мы благодарны Тебе за Твое невероятное терпение и за Твое невероятное сострадание, которое Ты проявляешь каждому из нас. Отец, я молю, укрепи нас и помоги серьезно оценить нам то, как мы ежедневно делаем наш выбор. Надеемся ли мы на Тебя или же мы надеемся на самих себя? Идем ли мы по Твоему пути или же мы идем своим собственным путем? Прости нас, Господь, когда мы ошибочно полагаем, что знаем лучше, чем Ты. Я молю тот момент, когда мы стоим перед началом новой недели, в тот момент, когда мы стоим на пороге новых проблем, новых испытаний и новых решений. Отец, я молю, чтобы мы могли подчиниться Тебе, потому что Ты лучше знаешь, что для нас будет лучше. Благодарим Тебя за то, что у нас была возможность быть здесь. Мы благодарим Тебя за ту истину, которую Ты дал нам, как народу. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.